Идем далее. Подготовка учебных заведений к новому сезону набирает свои обороты. Сегодня комиссия от управления образованием, пожарные и полицейские провели приемку еще нескольких дошкольных учреждений. Члены комиссии оценили готовность 30-го детского сада к работе в новом учебном году. Проверили состояние спален, игровых комнат, пищеблока и спортивного помещения. Особое внимание уделили группе с новым ремонтом, выполненным по современным санитарным требованиям. Здесь использованы противопожарные материалы и акриловая краска на водной основе. Все это ради безопасности ребятишек. Инспекции подвергается и прилегающая территория. Соблюдение норм безопасности сегодня проверяют сотрудники ГИБДД. Мы, сотрудники госавтоинспекции, прежде всего обращаем внимание на состояние уличной дорожной сети вблизи школ, детских садов. Прежде всего, согласно ГОСТам, нормативным стандартам, вблизи должны быть установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне, дорожный знак «Дети», дорожный знак ограничения скорости. Еще свеж в памяти случай, произошедший по улице Красной этой весной. Тогда водитель допустил наезд на ребенка. После несчастного случая здесь установили знаки пешеходного перехода. Помимо внешних требований, проверяется и наличие в воспитательном процессе сада особых пунктов. Обращаем внимание на документацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. То есть это план, разработанный на учебный год. На 16-17 учебный год план по профилактике детского травматизма и приказ о назначении ответственных за профилактику дорожно-транспортных происшествий. Для большей безопасности садик оборудовали системой видеонаблюдения. Теперь все выходы и входы, а также территория дошкольного учреждения находится под неустанным взором 10 видеокамер. Это повышает безопасность нахождения в садике детей. В ближайшем будущем все учреждения образования установят подобные системы.